такие люди потом написали. А что бывает, пишут. На заболевание пишут. Не знаю, есть какие-то, не знаю. Электрошоком, наверное, такой. А? Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать, может, нормально. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилки и поехать. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему уже плохо, плохо ему. Давление у него нормальное? Давление нормальное. А укол почему не сделают? Какой? А? Какой? Давление нормальное. Нормальное? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, да, видите? Он молчит. Надо его как водичкой на голову. Сейчас его это. Нет, лучше сюда, наверное, потому что прямо выход тебе. Помоги. Аккуратно. Как ты сможешь? Сложите его прямо на кухню. Я кушаю, да. Супер. Ну, басом. Голову держите. Голову спину держите. Басом вся. Ничего себе, он как деревянный. Пакет для себя. Очень тяжело. Она вот это.